Еще раз обещал снять много кому дополнение, но это отдельно. По коробкам вот таким вот для бритв. Там разные коробки, я снимал их уже. Они там от 2 экземпляров до 7 и более наборы. Наборы с подставками под помазки, бритвы. Но это отдельно по коробкам. Вот такой экземпляр. Самое, что интересное, здесь керамические ножки. Очень старый английский экземпляр. Но этот супруга себе оставила. Поэтому они еще есть разные. У них зеркало. Но вот в данном случае от нашей субтропической влажности. Приехало, это все открывалось свободно. В данный момент, прошла тут буквально неделя, влажность берет свое, начало скрипеть. То есть закрывается очень плотно. Вот вам и влажность сочинская. Хорошо видно, здесь зеркало поменять по-хорошему. Ну, оно легко меняется, надо будет вырезать. Сколько лет коробки, но... Плюс оно здесь под разными углами, пропилы. Здесь уже все бритва, помазки, ремни, травки. Ну, это так самое интересное на самом деле, что все это закрывается. А вот ножки керамические, они даже не насквозь. То есть это кто-то отдельно старался. Ножки из керамики. Они, конечно, подсточенные, постараюсь показать. Но вот сам факт, что старались на века делать. Подсточились, конечно, но такие экземпляры. И, конечно, и глаз радуют. Ну, еще есть разные, но там и своих куча. Ну, в общем, а по коробкам именно для бритв пишите на почту отдельно. Потому что все уникальное, все отдельно. Ну, еще я говорю, месяц максимум, что буду принимать заказы. Потом просто, извините, будет не до вас. Своя жизнь, свои действия. Всем удачи, всем пока.